Всем доброе утро. Мы опоздали, проспали. Ну, мы ничего никуда вообще не опоздали, но проспали. Очень быстро собирались. В общем, заехали опять мы в любимое кафе, ресторан, Fireplace. Сейчас позавтракаем и на маникюр. Такие мелкие, приятные хлопоты. Позавтракаем и на маникюр. Вот так. На маникюр, да. Даже ребенка с собой взяли. Сейчас позавтракаем, завезем. Кстати, решили мы вопрос с тем, как мы будем ездить. Потому что она на вторую смену, а маленький ребенок у нас, самый маленький, на первую смену в садик. И нам так накладно ездить. В общем, ситуация решилась само собой. Ну, не столько само собой, ее решила наша мама. У нас же продленка, оказывается, есть. И она была, мы... 7 часов утра. 7 часов утра она еще работает. И отлично. Так что мы теперь в 7 часов утра будем завозить Дашеньку в школу. И она будет до 12 там на продленке. А потом будем ехать, отвозить самую маленькую. И, в принципе, у нас в графике ничего не поменяется абсолютно теперь. Все как было, так и останется. Так что, все гениально и просто. Все в простом, как говорил Лукашенко, все в простом. Нужно раздеваться и работать. Ну. Прикольно, в Fireplace поменялся немножко интерьер. Интерьер добавилось. Добавилось. Картины, такие принты какие-то на стенах. Вообще оригинально, то есть такая голая стена бетонная и на ней картины. Ну, вообще... Конечно, кафешка такая хорошая. Но здесь нет понятия кафе. Здесь либо пиццерия, либо ресторан. Ну, очень классно. Обалденно. Библиотека очень тоже шикарная. Тут возле каждого столика стоит книжки. Можно сесть, почитать, пока ждешь заказ. Вот у нас мама уже взяла книженцию. Да, книжку. Потому что у нас вот эта рослина, которую нужно обрезать. Да. Вот, приятно с полезным. Сейчас почитаем, как обрезать растения. Папа, а ты знаешь, за 7 дней здесь будет праздник, как у Анечки день рождения, за 7 дней. Да, 16 числа здесь будет праздник. Mm-hmm. Кстати, здесь тоже такой же будет праздник, как мы вот были недавно, семейный праздник. Так что тоже ждите, я поснимаю видео. Покажу, как здесь еще празднуют, в этом районе, в котором мы жили. Ну, но этот праздник не город устраивает, этот праздник устраивает именно вот это заведение, вот этот спортивный комплекс. Здесь и мясо. Да, мясо они жарят, то есть вата сладкая, то есть все можно купить. Ну, а развлечения бесплатные. Хлеб и зрелище бесплатные. Ну все, завтрак принесли, будем есть. Всем приятного аппетита. Что сделали мне маникюр. В общем, что я очень доволен остался, классно. Молодцы девочки. И стрижку делают хорошую, очень аккуратно, очень, очень тщательно все. И маникюр. И маникюр тоже очень круто, очень обалденно сделали. Это, ну, это не реклама, это действительно мне очень понравилось. Я записался еще на следующий раз. Так что...
рекомендую. Ссылочку тоже оставлю на них, но оно было уже в каком-то видео. Я уже давал ссылочку на них, но я еще раз оставлю. Если кто будет в этом районе жить или рядышком, заезжайте. Ну, здесь, правда, запись. Очень-очень большая запись на маникюр. Ну, на маникюр теперь можно записываться на следующий месяц. А вообще, у них на 2-3 недели запись вперед. Особенно стрижки. Не знаю, по какой причине, но у них очень большая очередь. Так что, если очередь большая, это знак того, что люди отлично все делают. Так что, еще раз рекомендую. Блин, солнце светит в глаза. Сейчас заеду в школу, заплачу за обед. Что-то с карточки не прошла оплата. В общем, обед для тех, кто смотрит первый раз меня, кто не знает, обед в польской школе, это первое и второе, стоит 160 злотых в месяц. Вот и вся оплата, чтобы ребенок питался в школе. Еще есть добровольные сборы по 10 злотых в месяц на продленку. Чтобы ребенок был на продленке, по 10 злотых нужно сдавать. Ну, просто на банковский счет перечислять, не обязательно сдавать прям. Так что, ну, это не обязательно. Здесь не заставляют прям вас в обязательном порядке и стыдят. Я помню, старший ребенок, вот тоже сказали, все вроде бы не обязательно, это добровольные взносы, но когда ребенок не сдал в школе, не сдал за что-то там, на ремонт или еще что-то не сдал, и как бы, мы понимаем, что это добровольные сборы, но все равно начали ребенка стыдить там в школе, вот ты ходишь с телефоном дорогим, а на ремонт не можешь сдать, и вот, такая хрень происходит. Здесь такого нету, здесь повесили на дверях табличку, что, пожалуйста, это добровольный взнос, вот банковский счет, в руку не надо никому давать, вот назначение платежа такое, всего 10 злотых. А 10 злотых, извините, при зарплате в среднем 2-2,5 тысячи на руки, это не так накладно. Вот так вот. Так что все, пошел я заплачу сейчас за обеды 160 злотых в месяц. Ну и поеду ждать жену, пока она сделает маникюр. Возможно, сейчас еще какие-то дела сделаю, свои поделаю, пока здесь в городе, пока в центре. Ну и потом поедем. Заехали до, как их называют, короче, змейку вшить надо нам, ребенку, сарафан, до крапчихи, да. А то ребенку купили новый сарафан, солнце, кстати, светит хреново, купили ребенку новый сарафан, она змейку порвала, наверное, на физкультуре. Не до конца растянули, да? Может, змейка такая удачная попалась. В общем, сейчас завезем, пускай нам вошьют новую и все. Добрый. Добро, добро. Дочекаем. Для трех. Огурчик не соленый, малосольненький. Пас. Ну да, прикольно. Еще бесплатно. В общем, заехали в Макро. Такой бы огромный супермаркет для предпринимателей. И, кстати, нашли заправку прикольную в Макро. Примерно на 20 грош дешевле. На 20 грош дешевле бензин. И плюс я еще могу 23% вернуть в конце года НДС. То есть очень дешево. 4,39. Так обычный бензин стоит 4,59, 4,70. А так 4,39 я еще могу вернуть НДС в конце года 23%. Ну, примерно он обойдется мне там
4 с копейками. 4.01, 4.02. Если я правильно посчитал. Сейчас походим, посмотрим. Нам нужна упаковка. Картонная, пластиковая. Ну и посмотрим, что здесь еще есть. Так что имейте в виду, что на макро можно заправляться. Кстати, не только предприниматели могут заправляться на этой заправке. Даже, ну, все кто угодно могут приехать и по 4.39 заправиться. Так что, на всякий случай, имейте в виду, если вы в Польше, то на макро можно заправляться. Еще говорили, что можно заправляться на ашоновских заправках, но я пока не видел таких. Друзья, все для людей. Все для людей. И картошка уже почищенная, вакуумирована. И лучок есть почищенный, и еще что-то почищенное. Даже сваренная из картошка. Охренеть, охренеть. Вот, пожалуйста, бурячок уже почищенный. И стоит копейки. Чуть не забыли, нам сегодня на собрание родительское в школу. До собрания еще 1.5 часа. И как вы думаете, куда мы приехали скоротать 1.5 часа? Конечно, Fair Place. Заказали пиццу. Две пиццы. Две пиццы заказали. Хоть нами нельзя, но все равно, посоветовавшись с диетологом, который нам расписывал, ну, он сказал, если, в принципе, выхода нет, как бы, ну, если хочется, не то, что выхода нет, если хочется, то, в принципе, можно. Один раз можно. Так что заказали две маленькие пиццы, чай черный, сейчас с детьми попьем и пойдем на собрание, на родительское собрание, послушаем, что там расскажут, ну и все. Домой. Ужинать уже не будем, соответственно. Это и будет ужин наш. Вот и все, ребят. На сегодня все. Всем счастливо, всем до завтра. Как всегда, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал. Также подписывайтесь на мой инстаграм. Там тоже есть много разных фотографий интересных, мыслей разных интересных. Все, ребят, всем счастливо, всем пока. Just fine if I let my feelings out.